Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала Экоград и гости сайта Школы природного земледелия. Совсем не так давно мы проводили с вами опыт по поводу того, какие торфотаблетки лучше. И вот сегодня, 2 марта, у нас будет такой небольшой видеоотчет. Итак, посмотрите, пожалуйста, поближе вот сюда. Здесь у нас, значит, саженцы из двух торфотаблеток. Здесь торфотаблетки были Элипресс. Посмотрите, какие саженцы. Я не дождалась, пересадила уже в горшочек, потому что корневая система уже пошла в дно саженцев. Посмотрите, пожалуйста, развитие. Уже пошел настоящий лист, какие они высокие и зеленые. Помните, взошло 3 саженца из 3, но я один удалила, чтобы они не соприкасались практически с друг другом. В конце концов останется один, потому что, ну, так положено в торфотаблетке или в стаканчике один саженец. Выберу самый сильный и как раз его и оставлю. А вот эта таблетка Джиффи. Посмотрите разницу в развитии саженцев. Этот еще даже настоящего листика не дал, он взошел позже. И еще один как бы вот в минус этих торфотаблеток, схожесть хуже. Здесь всего один саженец из 3 показался, а здесь 3. То есть, ну, конечно, это не обязательно из-за торфотаблеток, но тем не менее. Вот, хотела вам показать, что я сделала еще в этих торфотаблетках. Я удалила ножницами дно. Вот здесь обрезала эту сеточку. Почему? Потому что вот он пошел корешок. Надеюсь, будет видно на камеру. А, и когда я удаляла, я один корешок уже как бы, ну, не смогла я его спасти, он удалился вместе с этой сеточкой. Вот пошел новый корешок, то есть как бы главный стержневой корень, получается, я удалила. А вот он пошел еще корешок, но теперь уже ему ничего не мешает развиваться. Сегодня я пересажу, покажу, конечно, вам, пересажу вот этот вот саженец в стаканчик, как я это делаю. Ну что ж, вот... Сегодня этим саженцам уже 16 дней. Вот за 16 дней взошли растения и вот достигли такого уровня развития. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если оно вам пригодилось, то ставьте вот такую ручку, подписывайтесь на наш канал и заходите на сайт Школы природного земледелия. Там оно тоже будет выложено с подробной статьей и фотоотчетом. Всем до свидания, всем всего хорошего.